Памятное мероприятие, посвященное 80-летию со дня победы Красной Армии в Сталинградской битве в Самарском дворце ветеранов, началось с выноса копии Знамени Победы. Его передал на бессрочное хранение сюда осенью прошлого года ветеран Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Синдюряев. Сегодня в Самаре проживают 4 участника битвы под Сталинградом, изменивших ход войны. Именно в этот период времени, 80 лет назад, как раз наши воины сделали то, что произошел перелом в Великой Отечественной войне. С этого дня наши войска начали огромное наступление и стали очищать от ненависти вот этой фашистской всю нашу землю. То, что сейчас делают и наши ребята там за ленточкой. Среди гостей торжественного собрания – актив городской организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, студенты и школьники. Они пришли в эти стены, чтобы перенять эстафету памяти от поколений победителей. Им представили фильм, созданный из фотографий военного корреспондента Николая Финикова. Моменты войны, моменты Сталинградской битвы, Мамаева кургана, запечатленные на пленке Николаем Федоровичем Финиковым – это особые такие трепетные моменты. Мы увидим солдат, мы увидим оружие, мы увидим пленных и погибших немцев, тех самых врагов, которых мы победили. И уже неофашизм поднял свою голову. Но мы будем говорить о том, что в нашей крови россиян есть особый ген, который передан поколением победителей. Благодаря ему мы выстоим и победим. Завершился памятный вечер концертом, на котором выступили творческие коллективы Дворца ветеранов. Сергей Кизоркин, Виктория Шара, Григорий Плешаков. События.